У меня XL. XXL. Все полностью подтвердил. Теперь он как чешский врач. Квартира у нас социальная. Добро пожаловать на мой канал «Врачи в Чехии». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и, конечно же, лайк. Сейчас вам покажу, как проходит моя первая неделя в Чехии. Так что поехали. Так, мы на ночь глядя собрались в магазин. Не знаю, в Кауфланд поедем или в Альберт. Какой-то поедем. Миколаш приехал в Кауфланд. За несколько раз уже научился возить корзиночку по сравнению с чемоданом. Стратегический продукт. Готовимся в детский садик идти. Миколаш Зебра. Поехали. Я диски выбираю. 18,50. Цена везде одинаковая, да? 16,90. Вот, обычные. Маме вытирать этот макияж. Вот так. Влажные салфетки. Салфетки, Миколас, это салфетки. То не котлетки и не конфетки, салфетки. Берем. Здесь есть такой отдел с одеждой. И здесь не только одежда. Видите, он что там? Или обогреватель, или вентилятор. Чечку не. Взрываться. Не-не-не. Рис. Ризотто. Mm-mm. Квашня. Квашни треба брать. Берем, Миколаш. Рис треба брать. Вот так. Ну, папа завезет, да? Сам. Сам? Сам. Ну, сам. Тут выпечка у них. Я показываю, не комментирую. Цены практически такие же, как и в Украине. Так, папа решил выбрать себе трусы, наверное. Шапочка, это любимый Гаспания. Star Wars. Миколаш хотел молока, но мы не нашли. А взяли вместо молока соевый напиток. Напиток попробуем, потому что нам молока нельзя. Вот, попробуем, что это такое. Ты S или какие-то размеры? Ты уже XL. S чего? S – трусы. S – это вообще XL. M. А у меня XL. XXL. Пижамки, халатики всякие. Сейчас спрашивает, будем застревать в этом отделе или нет. Сам застрял. Много очень с тематикой «Звездные войны». Наверное, какую-то часть фильма выпустили или что, потому что я не в курсе всех этих вещей. В общем, я не в тренде, не знаю, что сейчас идет в кинотеатрах, но одежда вся Star Wars. И как у нас в Сильпо выдают карточки такие, да, для детей, здесь они выдают со Star Wars. Тут всякие паштеты. Едем на колбасу, на сыры. Кужеці, шунка. Шунковый салат или шунковый салат. Или вот эти крути шунка. Кафети. Покажу вам конфетки. Они в Украине уже продаются, я уже давно вижу. Гашлерки. Я люблю вот эти оригинальные. Они такие с травяным вкусом. Очень классные. Здесь они стоят, гашлерки, бонбоны, 10,90. 10,90. С психотибелин, а ментолу. Травы и ментол. Так, а есть вот такие. Это черная смородина. И есть зеленое яблоко. Но мне нравятся оригинальные. Попробуйте. У меня даже если горло болит, я покупаю такие. И мне помогают. Запечатанные куры. А мы хотим целую курицу. Но не видим пока. Все в холодильниках, в вакуумной упаковке. Поскольку темно, и я пользуюсь моментом, пока спит Миколаш, я подсвечиваю себе телефоном немножко. Стены получились цвета Боярской районной больницы. Пока ты красишь там батарею, я расту в твоих глазах, а ты бухти мне тут, как корабли бороздят просторы Большого театра. Ну ладно, давай бухти мне.
как космические корабли бороздят большой театр. А я посплю. Мы находимся в месте, которое называется Градище. Видно башню ратуши, храм Святого Николая, Святого Миколаша, Знойминский замок, речка. Купили Миколашику кресло, первый, только поставили. Это будет его первая поездка в автокресле. К автокресло, поскольку там стояло много машинок, то и мы ему купили еще трактор с прицепом. А он передачи робит, Аня? Да, и все переключаются передачи. И вот еще маленькая машинка. Я тебя... Дай ему коробочку. На. Раб из Украины приехал и красит чешские батареи, видите? Третью батарею крашу уже. В общем, Миша оставил это на меня, сказал, что батареи будут меня ждать, потому что он покрасил, сразу сдал свои экзамены, уже все полностью подтвердил. Теперь он как чешский врач, есть решение от министерства. И после сдачи экзамена он красил комнату. До этого он еще покрасил коридор и еще одну комнату, а сказал, батареи, и все, будешь красить ты. Вот теперь я и крашу. Крашу прямо сейчас, потому что потом я буду работать, и у меня не будет на это времени. А еще были сегодня в строительном магазине, Баумакс называется магазин, по типу нашего эпицентра и Леруа Мерлен. Все абсолютно есть, и сантехника, и строительные материалы, и инструменты, и мебель, все-все-все. Мы там заехали, трубу надо было купить, ванную. Кисточку себе выбрала поудобнее. И что мы еще? Взяли лопатку для сковородки. Потом еще зашли еще в один магазин, называется Аско. В общем, я еще присматривала там комоды и детский столик хочу со стульчиком. Но ничего привлекательного не нашла, как бы с детской мебели. Но комоды хорошие есть, действительно. Так что я думаю, что получу первую или вторую зарплату, потому что первая есть уже планы, куда потратить. И что-нибудь приобретем. В общем, так облагораживаем свою квартиру немножко. Что хочется жить в комфортных условиях. И 3 числа мне на работу. В общем, и Микулаш тоже идет уже в детский центр. Я его зарегистрировала. Миша делает пирожки с яблоками и с корицей. Микулаш очень был доволен, выпрашивал еще, так что будет еще одна порция. Микулаш тоже лепит пирожки, просто никто не бачит все. Да, Микки? То не можна їсти. Бо сире тісто. Він не може, не хоче їсти сире тісто. Да, Микки? Ну, да. Краска у меня вот на трима, специально для батареи. Уже немножко осталось, я не знаю, хватит ли на 4-ю, потому что у меня есть еще не покрашенная труба. Квартира у нас социальная. Сначала Миша жил в общежитии где-то 4 месяца, но так как оно не семейного типа, а у нас маленький ребенок, я уже даже не помню, то ли мне кто-то посоветовал, или где-то я прочитала, и мы написали заявление, и город нам дал такую социальную квартиру. Чем хорошо, тем, что это квартира, это не общежитие, и что платим мы практически так же. Условия средние, то есть дом, по-моему, где-то около 92-го либо 93-го года, это панельный дом, и до этого здесь жила бабушка, наверное, с собачкой, потому что я очень долго выметала отсюда шерсть. Думаю, что рум-тур мы сделаем чуть-чуть попозже, когда немножко обживемся. Сейчас мы с Мишей лежим. Ой. Ой. У меня плешь. Выбираем кухонный комбайн, чтобы была обязательно мясорубка, чтобы нашему зайчику готовить котлетки. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и, конечно же, лайк. Что тільки там не плямка сильно, бо це все чутно. І холодильник там не відкриває. Я звіря розбужу, піду. Вообще-то ты лежишь, надо было сказать, я лежу возле
всея Руси с преосвященства архистратига Михаила.